вкус нравится, качество нравится. Поэтому и берут кто классику, дарницкий, подовый, бородинский, кто новинки. Хлеб с клюквой, сывлах на хмелевой вытяжке или фруктовый. На выставке в день работника сельского хозяйства хлебозавод номер один посетителей и покупателей угощал свежими хлебобулочными изделиями. Мне очень нравятся вот эти вот сушки, челнок. Они вообще, и вот к нам привозят, они, во-первых, долго хранятся и вкус не теряют. И сегодня, конечно, мне очень вот хлеб вот этот понравился, заварной, буханочкой маленькой. Сколько сейчас ассортимент у вас продукции? Ежедневно 120 наименований выпускаем. 20? Да. Что больше продается? Хлеб подовый, дарницкий наш. Кондитерский, да? Кондитерские изделия, торты очень хорошо продаются. Чеваш, еще говорю, у нас вот сывлок. Все, что с душой сделано, да. Все продается? Да. Тесто дышит, говорят на производстве, поэтому к нему относятся как к живому и стараются вкладывать в него все самое натуральное. Творожные продукты мы не применяем на производстве на сегодняшний день. Все творожные изделия, которые у нас выпускаются, из натурального творога. Кроме того, мы яичный порошок тоже не применяем, а применяем натуральное яйцо. И все натуральное у нас, и выпечки кондитерских изделий, наших тортов, поэтому они высоко оцениваются нашими покупателями. Почти 85 лет на Чебоксарском хлебозаводе номер один пекут хлеб. Соблюдая традиции, здесь не забывают об инновациях. Недавно открыли новую технологическую линию для изготовления баранок. Ежегодный инвестиции составляет порядка 50 миллионов рублей в техническое перевооружение, что дает нам возможность выработать вот ту продукцию, которую мы сегодня поставляем в нашу фирменную торговлю, магазина «Калач», и по всей республике, и за ее пределами. 10 тонн хлебобулочных изделий выпекают на заводе за один день. Их развозят по магазинам Чувашии. А сушки, печенье и слойки отправляются еще и за пределы республики. В Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Казань, Киров, Кострому.